Самое актуальное и звонкое искусство – это искусство плаката. Союз художников открыл новую выставку плакатов «Неучтенные голоса 2012». Это совсем необычное открытие, и не только потому, что это были «Спайдер-Моус», но и потому, как дерзко и смело выражают свои мысли авторы. Собрав за короткие сроки более 140 работ от разных художников Санкт-Петербурга, организаторы сумели привлечь внимание не только к искусству, но и к проблемам в стране. Выставка, которая сегодня у нас открывается, выставка плаката, это то искусство, которое целиком и полностью защищает все доброе, светлое и настоящее. Родину нашу, конечно. Самые острые блюда в смысле сатиры и сатирического отношения к тем или иным явлениям. Самые патриотические вещи здесь отражены. И поэтому плакат вечно жив, жил и будет жить. Динамичные и дерзкие слоганы, яркие краски и фото – все говорило о том, что народу не все равно. Кто сказал, что у художника нет чувства юмора? Юмор и сарказм – вот основное оружие и на этом празднике свободы. Где-то добрый, а где-то ядовитый, а где-то с издевкой на современное общество. Языковая игра, которая так удачно гармонирует с изображениями на плакатах, позволяет с первого раза понять мысль автора. Практически все проблемы отражены в плакатах – власть, коррупция, насилие, выборы. Во главе угла стоит любимец – В.В. Путин. 70% работ в той или иной мере затрагивают эту личность. Герой он или антигерой – решать уже на выборах в марте. Именно Путин? Так это же народная любовь. Это так проявляется любовь к нему. Если бы о нем не говорили, не замечали его, это бы был как раз плохой признак. А так как он фактически на многих плакатах присутствует, это говорит о том, что он, во-первых, активный как политик. И это то, что здесь сказано о недостатках, это как раз фронт работы для будущих. Исправляйтесь, ребята, чтобы о вас такого не говорили, и все. Здесь вот как раз сконцентрировано в плакате, сконцентрировано все. Это плакат вообще-то одно из мощнейших воздействий на людей, на человека. Гениальные совершенно плакаты есть, просто даже вот сейчас просто жалко, что помещение маленькое. Я думаю, на самом деле этих плакатов гораздо больше. Кульминацией открытия стал образ нынешнего человека – Спайдер-Моус от Ирины Дудиной. Ну вот я все думала, вот, что обычно создают положительного героя, да, но с положительным героем как-то очень тяжело. Отрицательного персонажа создать намного проще. Я решила скрестить Человека-паука с его такой ловкостью, пронырливостью, умением создавать всякие сети, отовсюду сосать бабло. Вот, и Микки Мауса, который такой все в норку тащит, такое олицетворение жадности, предприимчивости. У меня получился Спайдер-Маус, Человек-паук женился на Микки Маусе, и у них получились дети такие. Спайдер-маусы. Спайдер-маусы голосуют за Путина. Ты бывал в Куршавеле? Вот все спайдер-маусы, они были в Куршавеле. А был ли там ты? Вот такой он, современный мэн.